Приближаются зимние праздники. Они не обходятся без фейерверков и петард. Но главное – соблюдать правила безопасности. Для кого праздник, а для кого напряженная работа. Именно в новогодние дни пострадавших от пиротехники становится больше. И чаще всего обращаются с травмами глаз. Новый год для нас это является зоной повышенного напряжения и ответственности. И мы очень хотим, чтобы этих травм в этом году было как можно меньше. Пиротехнические изделия – это хлопушки, это петарды, это фейерверки. Здесь очень важно понять, что травма от них, она очень близка к боевой, и высок риск не только повреждений, но даже разрушения глаза, полной потери зрения. Поэтому соблюдайте, пожалуйста, все меры предосторожности. Используйте только сертифицированные товары. Приобретая пиротехническое изделие, вы должны убедиться в том, что упаковка без видимых повреждений. Обязательно прочитайте инструкцию. Запускать взрывные устройства можно только в специально отведенных для этого местах. Попытка сделать это на другой территории карается штрафом от 2 до 200 тысяч рублей. На территории Чувашской республики определяются места запуска фейерверков и салютов. На территории города Чебоксары, если остановиться поподробнее, определено 54 места запуска фейерверков и салютов. С этими местами, где мы можем пользоваться салютами и запускать фейерверки, можно ознакомиться на сайте администрации города Чебоксары. Не омрачайте себе выходные дни и с пониманием отнеситесь ко всем ограничениям и правилам, ведь это совсем не сложно. Ольга Семенова, Сергей Копеев, Республика.